Первый день лета, начало школьных каникул. У современных детей есть масса возможностей провести их активно и интересно. Один из вариантов – это отдых в летнем оздоровительном лагере. В Солигорском районе в этом году планируется оздоровить 5700 детей. Из них 3000 будет посещать лагеря с дневным пребыванием на базе учреждений образования. Также в некоторых школах будут организованы лагеря труда и отдыха, где ребята смогут заработать деньги. Более 200 детей пройдут оздоровление в лагерях палаточного типа на территории Солигорского района. Для учащихся спортивных школ будет организовано оздоровление по специальной программе. Одаренных детей района примет лагерь на базе Краснослободской школы-интерната. В летних оздоровительных учреждениях с круглосуточным пребыванием планируется оздоровить 2500 детей. В начале июня начинают свою работу два стационарных детских лагеря – Дубрава, Беларусь-Калий и Журавушка районного отдела образования. Пока есть возможности приобрести путевки в Журавушку. В лагерь Журавушка путевка стоит в зависимости от возраста от 215 до 233 рублей. В школьные лагеря на 18 дней, то есть с дневным пребыванием от 32 для маленьких детей, значит, до 44 рублей – это для детей, кто постарше. На сайтах учреждения образования и отдела образования, спорта и туризма тоже можно получить необходимую информацию. Вот. Можно обращаться сюда, в отдел образования, за теми путевками в лагерь «Журавушка». То есть вот это мы осуществляем. Также представители предприятий, правкомы предприятий, тоже предприятия обращаются к нам за путевками. Поэтому я думаю, что еще места есть, но надо поторопиться.